Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, почему нельзя спать во время заката. Чем грозит это вам? Это очень важная информация, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Дело в том, что есть люди, которые, наверное, даже обожают спать на закате дня. И тем самым, возможно, даже не осознают, не понимают, что они притягивают к себе бедность, нищету, беды, несчастье и даже проблемы. Вы знаете, сон – это достаточно магическое время, когда наше тело восстанавливается, а также улучшается положительная энергетика, происходит баланс в нашем организме. Когда вы спите на закате, то наши предки считали это достаточно плохой народной примету, потому что считается, что тогда души умерших покидают этот мир. В Древнем Египте время, когда заходило солнце, считалось очень опасным. Именно души умерших считаются, что в это время переправляются в подземное царство и могут забрать живых людей. Поэтому спать во время заката было запрещено. Также обращаем ваше внимание, что когда заходит солнце, в это время происходит игра определенных энергий, энергии дня и энергии ночи. И, конечно же, когда вы спите во время заката, у вас это может отнять жизненные силы. Человек сначала будет чувствовать себя уставшим, а через время даже рискует заболеть. Также обращаем ваше внимание, если у вас слабое биополе, то вам запрещено спать в это время, потому что такой сон лишает вас жизненной энергии и отнимает у вас материальные блага. Кроме того, такого отдыха не будет, потому что во время заката могут вам сниться кошмары. Также во время заката сон притягивает негатив и даже может укоротить ваше время. И если человек готовится к какой-то важной встрече или к принятию какого-то серьезного решения, спать в это время категорически запрещено. Также обращаем ваше внимание, что если вы спите в это время, вы также и нарушаете свой сон, а это прибегает к определенным неприятностям, поэтому помните об этом. Поэтому, чтобы этого не было, если вы пришли после работы и у вас есть такая привычка полчаса, час поспать во время вот заката, перестаньте это делать, убирайте эту привычку, потому что очень важно, чтобы в вашей жизни всегда было изобилие, достаток и благополучие. А переждите это время, а потом уже принимайте душ и занимайтесь своими вечерними процедурами и укладывайтесь спать. Вот это будет самое правильное. Лучше наоборот, старайтесь ложиться как можно раньше, чтобы ваше тело отдохнуло, особенно если вы рано встаете, потому что наше тело, вы должны понимать, что это наш скафандр, который мы с вами должны беречь, должны любить, лелеять, и тогда оно не будет болеть и давать нам какие-то определенные неприятности. Помните об этом. С вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами, друзья, уже услышимся с вами буквально в следующем видео. Всех вам благ!